Друзья, всем привет! Меня зовут Ирина, и вы на канале «Попробуйте сами». Когда надоедают привычные мясные блюда, я с удовольствием готовлю оладушки из печени. Это просто, быстро и очень вкусно. Чтобы печень получилась нежной и с нее ушла горчинка, замачиваю ее в холодном молоке минут на 20-30. По прошествии этого времени молоко необходимо слить, после чего добавить одну луковицу, яйцо, а также ложку сметаны. Все эти ингредиенты пробиваю погружным блендером. Вот такая достаточно жидкая масса получается. Теперь ее необходимо посолить и поперчить по вкусу. Тщательно перемешиваем. И теперь пришло время добавлять муку. На данное количество печени 3 ложек вполне достаточно. Муку вмешиваю частями, мне так удобней. И так как поначалу могут образовываться комочки, но это совершенно не страшно, так как в конце я обязательно взобью массу венчиком. Вот таким образом это работает. Комочки разбиваются и консистенция становится однородной. Готовое печеночное тесто оставляю отдохнуть на 10 минут, чтобы разошлась клейковина. Время отдыха закончилось, тесто стало более густым и, мне кажется, немного увеличилось даже в объеме. Обжариваю оладушки на растительном масле по 2-3 минуты с каждой стороны. Такое блюдо прекрасно сочетается со сметанным соусом, а также пюре или овощными салатами и накормит всю вашу семью. А я, как всегда, благодарю вас за внимание, желаю вам приятного аппетита и попробуйте сами.